Здравствуйте, с вами канал «Вкусный огород Барнаул». Середина июля, опять в нашей местности жара за 30 градусов. И сейчас есть смысл поговорить о тыкве. Тыква замечательная культура, каждый сезон ее выращиваем. И вот в последнее время у зрителей канала возникает много вопросов о формировании тыквы. У кого-то тыква растет не очень хорошо, и поэтому этот вопрос вызывает повышенное внимание. Прежде всего, хочу сказать следующее, что формирование тыквы – это далеко не самый основной элемент агротехники при выращивании этой культуры. Примером тому служит то, что когда тыква растет в поле, никто никогда ее там не формирует. А тыква вырастает, как правило, неплохо. В чем же тут дело? Очень важно при выращивании тыквы выбрать место для этой культуры. Ну, во-первых, чтобы было достаточное пространство. Вот у меня 4 куста тыквы растут на площадке 2,5 на 7 метров. Во-вторых, тыкву желательно выращивать после хороших предшественников. А именно, тыква хорошо растет после картофеля, после лука, после капусты, после различных корнеплодов, например, вот морковка, после бобовых. Вот в этом случае тыква растет хорошо. Если тыкву выращивать после кабачков, огурцов и тому подобное, то тыкве будет некомфортно. Дальше. Несмотря на то, что тыква довольно неприхотлива, и в сущности растет и без полива, но в условиях дачного участка, когда мы стремимся получить урожай побольше и покачественнее, конечно, тыкву хорошо в жаркую погоду поливать. Если нет дождей, вот сейчас в нашей местности дожди, с этим проблем нет. А если нет дождей, то тыкву поливаю. Вот это все пространство под тыкву огорожено буртиками. И примерно раз в неделю, когда жара за 30, тыква поливалась. Это помогает ей активно развиваться и, соответственно, завязывать достаточное количество качественных плодов. Конечно, имеет большое значение выбор сортов тыквы. Это дело каждого огородника. У меня 2 сорта всего. 2 растения тыквы зимняя сладкая и 2 растения сорта крошка. Этого вполне достаточно. Сразу скажу, что вот с такого количества тыквы нарастает плодов 20 и больше. Этого вполне хватает для собственных нужд. Теперь можно перейти к основному вопросу о формировании тыквы. Разные огородники делают это по-разному. Следят за плетями, следят за завязями и так далее. Когда-то я тоже этим занимался, но в конце концов решил, упрощая процесс, перейти к следующему способу формирования тыквы. Когда тыква распускает плети, вот как здесь, например, первым делом, это не обрезка тыквы, но тоже, как бы мы ее направляем. Вот эти плети, которые выходят за территорию, где растет тыква, их просто возвращаю на то пространство, где растет тыква. Вот еще одна такая плеть. Просто ее беру, пока тыква еще не пустила дополнительные корешки, а как известно, плети выпускают дополнительные корни, то очень легко тыкву переложить на свободное пространство. Вот здесь тоже можно это сделать, вот уже на морковку тыква перебирается. После этого тыква продолжает некоторое время расти и ни к чему на огороде не мешает. Дальше, когда проходит время, и тыква продолжает разрастаться и выступает за пределы отведенного ей пространства, то в этом случае плети, которые уже неудобно возвращать на участок, где растут тыквы, то кончики этих плетей обрезаю. Ну, например, вот если посмотреть, как вот здесь. Вот тыква выходит за пределы. Вот примерно вот так обрезаю вот эту плеть. И так в круговую по всему участку. Здесь еще хочу обратить внимание на маленькую хитрость при выращивании тыквы. А именно, когда мы планируем
где выращивают тыкву, желательно рядышком, ну хотя бы с одной стороны, разместить культуру, которая будет убрана, ну, примерно в середине лета или чуть позже. В данном случае вот здесь рядом с тыквой растет лук. Уже подходит время его убирать. И вот сейчас вот эта грядка будет убрана и освободится заметное пространство. И вот эти плети тыквы, которые направлены в эту сторону, можно специально направить некоторые плети на место лука. Они будут расти дальше, завязывать плоды, растения будут крепнуть и урожай будет выше. Вот таким способом можно увеличить пространство, отведенное под тыкву. А тыква очень любит большое пространство. Я уже упоминал, что плети образуют дополнительные корни, растение растет лучше и урожай бывает больше и более качественный. И вот лучок, одна из тех культур, которые хорошо размещать рядом с тыквой. И это место очень подойдет для разрастающихся плетей тыквы. Вот здесь еще одна грядка лука. Но она подальше, вряд ли сюда плети доберутся. Но тоже это место будет освобождено. И если тыква будет уж очень активна, тоже можно ей разрешить размещаться и здесь. Далее. И последним элементом обрезки, который применяю очень редко, это следующее. Когда плети разрослись и растения выглядят уже достаточно мощным, можно посмотреть за завязыванием плодов. Вот такие плодики, они еще маленькие. Желательно дать им стать покрупней, но когда плоды тыквы достигают размера, ну, примерно крупного яблока, даже чуть-чуть побольше, то вот в этом случае можно примерно просчитать, сколько плодов завязалось на каждом растении тыквы и на всей тыквенной плантации в целом. И если плодов образовалось очень уж много, то в этом случае можно лишние плоды убрать. Нужно считать только более или менее крупные плоды. Мелкие не стоит брать в расчет. Они часто подсыхают, тыква сама от них избавляется, и их учитывать не надо. Вот крупные плоды можно посчитать. Сколько же оставлять плодов? Ну, понятно, чем меньше плодов на растении, тем они крупнее и качественнее. Вот у меня два сорта. Вот эта крошка, рядышком зимняя сладкая. Крошка – это относительно некрупный сорт тыквы, поэтому можно на одном растении оставлять 7 плодов, даже 10 можно оставить. И они вырастут вполне нормальными. А вот тыква зимняя сладкая – это гораздо более крупноплодный сорт. И на одном растении обычно оставляю 3 плода, редко до 5. И важно, чтобы в целом был результат, который вас устраивает. Вот мне нужно примерно 20 тыкв, остальное можно убрать. Это поможет тыкве расти дальше. Вот, собственно, на этом и прекращаю формирование тыквы. Дальше она растет безо всяких хлопот. Если жарко, продолжаю поливать, ну, примерно до сентября месяца. Бывает жара и в августе такая, что тыкве желательно получить побольше влаги. Ну, а потом уже остается только убрать тыкву и с успехом ее использовать. Какой можно сделать вывод? Вот такая упрощенная обрезка, кратко напомню, заключается в следующем. Ну, во-первых, обрезаю плети, которые выходят за территорию, где растет тыква. Если не удается их, конечно, вернуть на место. И когда завяжется достаточное количество плодов, просчитать их, просмотреть и убрать в случае необходимости лишнее. Это повысит качество урожая. Вот, собственно, и все, что относится к обрезке тыквы. Есть гораздо более сложные схемы обрезки тыквы. Но от этого давно отказался. Тыква и так вырастает нормально. И никаких проблем с ней нет. Если хорошее место, повторюсь, обеспечиваем тыкву поливами, то она вырастает нормально. Ну, конечно, и сорта надо подбирать хорошие. Ну, а тыква замечательная культура. Посоветую огородникам выращивать ее побольше. Она и хранится хорошо, и очень вкусная, и полезная. Так что выращивайте, кушайте с удовольствием. Всем всего самого доброго. До свидания.